Воспитанники детского садика «Пчелка» особенные. Забота и внимание им нужны тоже особенные. Пока они маленькие, главное для них – любовь взрослых и общение. В детском садике «Пчелка» дети социализированы. Для них не существует пока взрослых проблем, отчужденности и особенностей здоровья и развития. Они легко находят общий язык и играют. Все вместе. 5 августа в Анапе получила прописку новая общественная организация «Радость жизни» для родителей, воспитывающих особенных детей. Организация была создана началами родителей и инициативной группы людей, неравнодушных к проблеме инвалидности детей. Организация маленькая, но насчитывает уже более 50 человек, и с каждым днем организация растет. Очень много инновационных технологий для занятий, то есть занятия ипотерапии, все на безвозмездной основе. Выездные занятия ипотерапии в поселок Рассвет, на конный центр, занятия йога-терапии, которые в Анапе вообще не практиковалось нигде. Это очень важно. Также занятия для мам. Записаться и получить помощь можно в йога-центре на улице Гребенской, 78, по вторникам и четвергам с 15 до 18 часов. Ведет прием специалист центра. Изначально организовывали эту организацию на базе йога-центра. И, естественно, первое, что мы могли дать нашим подопечным, их родителям, это, конечно же, бесплатные занятия. Бесплатные занятия для родителей и классы реабилитации, йога-терапии для детей-инвалидов. Так как это одна из самых уникальных и действенных методик на сегодняшний момент. Новая организация уже получила поддержку администрации города и специалистов детского сада. От имени главы муниципального образования город-курорт Анапа поздравить вас с таким замечательным событием, как создание организации «Радость жизни». Это говорит о том, что у нас еще есть небезразличные люди, у которых еще есть такое понятие, как душа, которые чувствуют, что нужно делать, когда нужно делать и для чего это нужно, понимают. В такой чудесный день и такой знаковый, значимый открывается такая замечательная организация. Вот вы представляете, вы теперь все вместе, а мы всегда готовы поставить вам плечо помощи и протянуть руку помощи. Добро пожаловать, давайте творить ваши дела все вместе. На праздник детям пришли почетные гости и настоящие волшебники. Директор цирка имени Юрия Никулина знает, как по одному маленькому билету пройти в цирк большой компанией. 22-го воскресенья мы вас ждем. Да. Я передам председателю фонда этот маленький билетик. Здесь все ваши участники и фонда, и все дети, их родители вот здесь записаны. Вы придете, мы вас примем как родных, вы будете радоваться с нами, смеяться. Вот такое обыкновенное чудо могут создать взрослые для детей. И создают. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.